Приветствую вас в домике для цитрусов. Итак, уже октябрь. Сегодня у нас 6 октября 2018 год. И начали созревать самые ранние сорта мандаринов. Первых два ранних сорта у меня сорт Хашимото и сорт Планелина. Первый созревает Хашимото, а Планелина вслед за Хашимото. И такое же описание и сравнение есть на чешском сайте. Хашимотик мой из французского питомника, и у него очень карликовый подвой, он не растет большим. То есть это такое все время компактное деревце с несколькими мандаринками, хотя мандаринки абсолютно нормального размерчика. Как бы на размер плодов, размер дерева тут не влияет. Я не знаю, что за подвой. Питомники на питомник, на сайтах питомников нет никакой информации о подвоях. Скорее всего, что это лимон юзу, и он дает вот такую вот карликовость. То есть, если я срезаю с него несколько черенков, он получается маленький и компактненький. Ну, попробую в следующем году не срезать с него ничего. Посмотрим, насколько он вырастет. Второй же экземплярчик – это планелина. Тоже это чешский питомник. Подвой здесь, сейчас я вам скажу, какой подвой. Цитрумелла. Вот рост у него хороший. В принципе, он хорошо подрос. И у него 6 довольно-таки крупных, хороших плодов. То есть сорт тоже раннеспелый. Вот такие плоды довольно-таки хорошего размерчика. И сейчас мы посмотрим, попробуем его и посмотрим, как он выглядит внутри. Веточка с плодами Хашимото. Сейчас мы их все срежем уже, разгрузим деревце. Пусть спокойно себе заходит на следующий урожай. Вот таких вот три полноценных мандаринчика. И мандаринчик планелина. Планелины вот такие вот характерные для сорта уншиву. Листья большие, продолговатые. И вот такие мандарины. В принципе, деревце в горшочке довольно-таки компактное и небольшое. И вот такие у него нормальные мандарины. Причем они все, один там чуть-чуть помельче, остальные тоже довольно-таки полноценные. Сейчас срежем еще один. А эти пока оставим, пусть еще дозреют, наберут сладости. Итак, сортик Хашимото первый. Вот. Сочный очень, оранжевая мякоть. Хорошо чистится кожура, вот прям отходит уже от мякоти. Сорт Хашимото с небольшой кислиночкой. Кислиночка есть, но она очень маленькая, как бы несущественная, и сорт довольно-таки сладкий. Сочный и сладкий ранний сорт. Это Хашимото, который в моей коллекции есть. Может быть, есть еще другие сорта, но не менее достойные. Но вот на данный момент в моей коллекции первым созрел Хашимото. Сорт хороший, вкусный, с небольшой кислинкой, сладенький. Кожура отделяется легко и довольно-таки сочный. Маленькое деревце вполне может выносить такой урожай. Деревце маленькое. Будем растить дерево побольше. Так, мандаринка планелина. Первый урожай. Сейчас мы его разрежем, посмотрим. Какие листья красивые, лопухи такие. Посмотрим, что у него внутри, какая мякоть. Ух ты, очень красивенько. Плоды довольно такие хорошего размера. Тоже кожура отходит легко, он будет легко чиститься. И достаточно сочный. Сейчас попробуем, что он себя представляет по вкусу. Планелина тоже очень вкусный сорт. Первый урожай, не подвел. Хороший, не разочаровал. Кислинка чуть меньше, чем у Хашимото. Ну, сладости, и, соответственно, чуть больше чувствуется сладость. Ну, в принципе, вкусный. То есть тут как бы, кто любит с кислинкой, а кто любит приторно-сладкие. То есть сорт хороший. Оба сорта хороших. Ранних сорт. Вот такой урожай можно получить у себя на балкончике, вырастив всего лишь парочку саженцев мандаринчиков. То есть деревце довольно-таки компактненькое, поместится спокойно на подоконничке, на лоджии, на балкончике. И вы порадуете свою семью, своих друзей, близких, своих киндер-сюрпризов вкусными домашними мандаринами. Растите цитрусы у себя дома, радуйте друзей, близких. Оставляйте комментарии. До новых встреч!